Сейчас пока. Всем привет. Пойдем, открытие сезона. Хитрый ком пошел ставить банки на сок березовый. А потом пойдем по этому вот лесу. Тут-то, конечно, свалка у них. Вот за дубами там старая дорога шла. Поглядим, что будет, покажу. Пока кум пошел банки ставить, кричит, нашел, подъехал, смотрю. Вот первая находка. Железо. Мы сейчас все берем. Так-то по монетам приехали. Поглядим, что будет. Кирпич там, то ли мусорный, то ли дом стоял. Поглядим. Ну, мы зашли в лес, вон Евген. Тут кто-то тоже уже банок понаставил. Соку много. Мы чужое не трогаем. Тут вон, все в банках. Все в банках. Кто-то местный. Мне сигнал хороший. Гильзу я уже нашел. Не знаю, Евген, сейчас смотрю. И что-то еще. Ага, динарский бухар. Или бухарский динар. Ну вот первый в этом году пробка. Так понимаю, хитрый кум меня опять обманул. Тут вот блиндаж. Там капонир. Там капонир и по войне у меня привез. Не видать мне монеток. Ладно, походим. Да, ребята, тут война была. Железная. Жаль, что не латунь. Ну, железку все равно заберем. Евген нашел под березой что-то большое. И цветное. Давай на живую выкапывай. Что тут тебе большое цветное? Алюминь. Алюминиевая полоска, да? Да, забираю цветмет. Находок. Мусор. Вот вдоль дороги так я прошел. Очень много блиндажей, окопов. Ну, окопов меньше, блиндажей. Очень много мусора. Вот какую-то железку нашел. Ну, не бросать же ее зацепами. Хорошо, рюкзачок с собой заберу. А так, из находок пару гильз. И пробки. Ну и мусор бытовой. Выкидывает вдоль дороги. Пойдем обратно к машине. Да, Евген? Что там накопал? Нету монеток? Нет. А, по железу коп открыл. Да. Вот и все, а это Евгешкина. Что, вот здесь уже накопал? Вот этот только уголок, а это все оттуда притащил. Ну вот видишь, а мы с тобой по лесу ходили, тут не отходя от машины, находки. Нормально, открыли сезон по чермету. В общем, по чермету открыли сезон. Килограмм 20 у меня в мешке, наверное, там и цвет мед. Такой. Уже не он полмешка. Здесь металл у него. Чермет открыли, и там еще у меня кучка. Сейчас поедем, заберу. Ну все, на этом пока. Всем удачи, здоровья, мира. Товарищи, одну минуточку. Минуточку, товарищи. Официально заявляю, что за все, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу.